Обращение к правоохранительным органам Республики Беларусь. Народ – это не один человек у власти. Народ – это мы! Сейчас наши дети и внуки выходят на митинги, потому что они честные люди. Мы не хотим бояться за них, потому что верим, что вы на нашей стороне. Вы же не будете стрелять в наших детей. Народ – это мы. Мы не хотим, чтобы наши дети видели, как сотрудники милиции и ОМОН кидают гранаты и давят техникой людей, которые требуют правды. Мы не хотим идти против тех, кто должен нас защищать. Мы знаем, что большинство из вас с нами. Народ – это мы. Мы любим Беларусь и не хотим уезжать из родной страны. Мы не хотим бороться и противостоять. Мы не боимся, не бойтесь и вы. Ради нас и нашего будущего. Милиция! Будьте с народом! ОМОН, будьте с народом! Военные, будьте с народом! Вы одни из нас, а значит, стены обязательно рухнут.